Девчонки, привет еще раз всем огромный. Ну что, посудачим, посплетничаем? Движется Самвелка вместе с Николя. Уже, как называется город? Ичмелер. Для меня это сложное все название. Я абсолютно не знакома, никогда не слышала, не интересовалась Турцией, честно вам признаюсь. Поэтому подглядываю в свой комп на картиночку. Стамбул закончился, девчонки. Радости, как видно, не принес никакой. Поэтому Севка решил, что на три денечка может себе позволить, как сказал, забронировать самый крутой отель и отдохнуть, как белые люди. Так вот, путь лежит в Ичмелер. Курортная зона. Показал немножко из машины виды. Конечно же, шикарно. Все очень красиво. Природа просто замечательная. Красоты необыкновенной. Краски, зелень, гладь морская, ярко-голубого цвета. Эти горы великолепнейшие. Сплошное наслаждение. Здесь, ну, нечего просто добавить. Очень хотелось бы побывать, девочки, увидеть это все своими глазами. Восхищает Турция. Едут. Ребят, вижу, что грызутся, собачатся. Не то слово. Коля недоволен и все время молчит. Отмалчивается, ни слова, ни полслова не говорит. Ну, а Самвелке позвонила наша знаменитая мамка, мамка всея Ютуба. Итак, Васильевна на телефоне. Самвельчик, а де вы там, а шо вы там? Мамка, еду. Забронировали отель, еду на курорт, отдыхаем, все хорошо. Ну хорошо, таким, знаете, голосом. Ну, добре вам отдохнуть, чтоб вам там хорошо было. Какая-то такая унылая. Ну, як вам там? Все, мама, замечательно. Жарко очень. Там у нас тоже жарко. Мамка, а что ж тебе привезти? Хопа, мамка оживилась, девочки. Голосок изменился, бодрость появилась, настроение улучшилось. А что ты имеешь в виду? Якусь еду, якісь продукты? То я б хотіла, фініки перечислила, гранати турецькі, кажуть, дуже вкусні, дівчонки, кажуть, да, дуже вкусні гранати. Арбузиков турецких с кибочками нарезать, в лоточек положить. Говорит, я все сразу есть не буду. Ну так, попробовать. Ну хорошо, мамка, обязательно привезу. Ну что ты еще хочешь? Какой у тебя размер ноги, мама? А обувь, босоножки, ну 37-й, наверное. Туфли мне не надо, я не хочу. Зачем ей туфли вообще? Там же она видела, как Самвел показывал эти груды турецкого золота. Эти витрины, девчонки, которые просто сверкали. Глаза просто разбегались. Какой выбор? Мамка это все видела. Какие, Самвел, там фрукты, овощи? Ты о чем? Какие босоножки? Не надо ей босоножки и туфли. Все это ты купишь в Днепре, Севка. Померяешь на мамкину красивую ножку и прикупитесь. Ты не переживай, мамка не забудет про босоножки. Платья. Ну, Самвельчик, ты знаешь, какие я люблю платья. Выбери, яке буде. Нехай, это пусть, выбирай любое, ты знаешь, какое мамка любит, выбирай. Ну, а золото, Самвел спрашивает, ничего не надо. Знаете, девочки, так напомнило мне, пошел в магазин, ты вот из дома вышел, да, и покупки делаешь что-то из продуктов, потом увидел там на витрине и звонишь там, допустим, муж жене. Там, алло, Маруся, а колбаски не надо? Что там нам домой еще надо? А может там рыбки купить? Вот то же самое навеяло, знаете. А золото тебе ничего не надо? Ребята, как она воодушевилась. Я честно, вот искренне вам признаюсь, я за женщину порадовалась. 73 года.
рода болячек букет. Как только слышит слово «золото», она выздоравливает мгновенно. Вот как так научиться жить? Вот скажите. Ну, я не знаю, ну как вот научиться вот так вот, чтобы тебя это золото или какая-то тряпочка вот это вот радовало? Ой, не об этом думаешь, почему-то как-то другие мысли в голове. Как у вас, девчонки? Я вот ложусь спать, и еще в голове часа 2-3 все перебираю, знаете? А как дитё там? Дитё моему 32 года. Дитё, привет, знаю, смотришь. Не на регулярной основе. И тем не менее, сыночек, я тебя тоже дуже люблю. А как там Светочка, дотя моя, ну невестка? А як вони там? Сейчас на отдых поехали. Мы, конечно же, созваниваемся 2-3 раза в день. И тем не менее. А дальше вот жнива. А дальше как отработать сезон? А дальше как супруг приедет? А кота Пашку еще привезет? А как он дорогу перенесет? А жара такая на улице? В общем, ребята... Тут же я завидую, честно, я ничего не сравниваю, клянусь вам. Вот здесь у женщины переживаний нет. Як там дитина? Или он кушал, ел он, не ел, как он переночевал, как Коля за рулем, как они вообще себя чувствуют? Да в принципе, здоровы ли? Золото! Ой, сынок, а яке воно, те золото? Та красивое, мамка, красивое! Ой, да, ну не знаю, возьми мені, ну що-небудь на пам'ять, хай буде. Я ж з собою в гроб не заберу, тоді своїм пороздаю, останеться своїм. Это сейчас Севка должен потратить деньги, щоб потом каким-то міфічним, вообразимым там своїм, непонятно кому своїм оно останеться. А какой у тебя размер, мама? Кольца, он говорит. Пальца, вернее. 16-й мале. Не-не. Надо 17-й с половиной. Самвелка, 17-й с половиной надо. Ну, купи, нехай буде. На память мамки. Самвелка, сынок. Я с девочки ржала просто в голос. Я тебя так люблю, Самвелка. Девчонки, что с человеком делает это золото? Сынок, я тебя люблю, я тебя так люблю, сынок. Вы когда-нибудь вообще слышали, чтобы Шупечка говорила своим детям, как она их любит? Чтобы признавалась в любви сыну, дочери, внучкам, обнимала их, целовала, слезы текли, она говорила: «Боже, дитки мои, як же ж я вас люблю!» Вы такое когда-нибудь слышали? И вот тебе, пожалуйста, золото. Живительная влага и сила просто для организма Шупечки. Сынок, я тебя так люблю. Браво, Татьяна Васильевна. Актриса, просто умерла актриса в ней. Ой, девчонки, ехали, ехали, наконец-то приехали. На автомойку. Коля решил помыть машину. Ну и здесь ничего веселого я вам рассказать не могу. Здесь сплошные возмущения, серьезно, сейчас вот на полном серьезе, без всяких шуток, без иронии, честно скажу, девочки. Хотелось, правда, взять что-то тяжелое в руки и как дать по этой морде лица. Мне сейчас в данной ситуации очень жаль Николая. И я сейчас серьезно, как никогда. Мне очень его жаль, как человека. Я читала от вас, вы пишете, что Анжела, а мне его вообще не жаль. Он знал, на что он идет, так ему и надо. Деньги не пахнут, зато Самвелка денег ему отстегивает. Он карточку Самвелов держит в своем кармане. Ребят, деньги деньгами. Но Самвел также пользуется Колей, согласитесь. И Коля для него как палочка-выручалочка. Коля взвалил на свои плечи очень много всего, а главное – бытовуха.
Коля как палочка-выручалочка. Везде чуть что, вы сразу все сами слышали: «Коля, Коля, иди спитай, Коля, иди возьми, Коля, привези мене, Коля, одвези мене, Коля, повези мою маму, Коля, Коля, Коля». Коля складывает йому вещички, в шкафу порядок наводит, Коля йому вибирає гардероб, і неважно, хороший это выбор, плохой это выбор, он без Коли вообще никуда. И вот так относиться к человеку, так его позорить и снимать еще видео, выкладывать всем. Ну, знаете, даже если ради контента, то нафиг такой контент, и я бы на месте Коли не позволила бы это делать в принципе. Я так понимаю, что Самвел не дал Коле запенить машину, он же поиграться хотел сам, понимаете, попшикать с пистолетика. Ну, поигрался, не умея это делать, просто потратил время, закончилось, и все, пистолет отрубился. Коля, конечно же, злой, негодуя, говорит: ну что, поигрался, время закончилось, ну вот и все. Контент себе засняли, замечательно. И садится, подъезжает к этим щеткам, вертушкам, которые вертятся, и сейчас эту пену будут смывать и счищать с машины. Подъехал сзади турок на легковушке своей и подсказывает ребятам, говорит: зеркало защелкни, поверни, потому что вертикальные вертушки тоже есть, кроме горизонтали, и может задеть зеркало, ну не дай бог сломается. На турецком языке Коля с первого раза не понял, а потом, когда уже понял и побежал, было поздновато, он уже не успел, потому что вся эта машина заработала. И что тут случилось с Самвелом? Ребята, это невообразимо. Как он матерился? Я думаю, вы все видели, но много девочек не смотрят его. Я читаю в ваших комментах, вы говорите, что не выдерживаете, поэтому не смотрите Самвела. Так вот, если коротко, ребята, это были не двух, это трехэтажные маты в адрес Коли, и такой, и сякой, и тупой, и медлительный, и просто матюками отборными последними. И вот сейчас, девчонки, я вынуждена с вами согласиться, с вами, это с теми своими зрителями, которые мне долгое время писали: Анжелика, машина принадлежит не Николаю, а Самвелу. Я где-то там соглашалась, но не до конца в это верила. Ну, я думала, скорее всего, Самвел занял денег ему или какую-то часть, какую-то сумму одолжил, Коля купил, но машина это наверняка Колина. Ну, это было мое четкое убеждение, я была в этом уверена. Сейчас, девчонки, вот после этой мойки машины, как он обращался с Колей по поводу этой машины, и заехал не так, и поехал не так, и мат-перемат, и ты тупой, и такой, и что ты... В общем, девочки, он обращался с ним так, как будто это нанятый водитель, работник, а машина – это его собственность. В противном случае я отказываюсь понимать, по какому праву, в принципе, человек может так унижать и оскорблять не просто там какого-то знакомого, а, как они утверждают, самого близкого и родного друга. Член семьи, как Самвел сказал, да, маме: ты первая, сытники на вторые, на очереди номер два, даже не Ирочка, а Коля с семьей своей. И Грень на втором месте. Помните, вот недавно только было видео. По какому праву? Очень хотелось влепить просто пощечину. Такую звонкую, смачную. Девчонки, на этом поставлю точку. Въехали в курортный город. Красоты справа и слева. И думаю, в следующем обзоре будем обсуждать красивущий какой-то там супер отель, заявленный Самвелом. До скорых обзоров, девочки. Всем пока.